Традиционно в конце года за особые успехи учащимся вручаются именные стипендии губернатора Московской области и главы района Андрея Иванова. Сегодня в муниципалитете таких школьников 143. Этих ребят по-настоящему можно называть золотыми надеждами нашего района. Все они получили специальную премию главы за достижения в учебе, спорте и искусстве. Это наши звездочки. Очень много уделяем внимания детишкам, таким талантливым, способным, которые побеждают и в премиях, которые оканчивают школу с золотыми медалями. Мы стараемся всегда делать им праздник, всегда подчеркивать и им, и родителям о том, что это суперуспехи, они действительно наше будущее. С такими светлыми глазами, горящими глазами, вот такие умненькие, талантливые, способные. И я считаю, что они действительно достойны быть наследниками народа-победителя. 97 человек получили стипендии за успехи в учебе. Среди них победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады, активные участники и лидеры интеллектуальных турниров. Премию я получил, потому что станция юных техников выезжала на чемпионат Европы по судномодельному спорту, скажем так. То есть это, грубо говоря, спорта достаточно интересный, хоть и не сильно, я бы сказал, в почете именно среди народа. Но интересно там разбираться, то есть копаться, потому что техника идет вперед, электроника идет вперед, и интересно достаточно. В сфере искусства награды получили 22 человека. Эти ребята успешно выступили на творческих конкурсах и фестивалях районного, всероссийского и мирового уровней. Некоторые стипендиаты камеру уже не смущаются. Для Насти это третья премия. Я занимаюсь вокалом уже 11 лет. И за творческие заслуги я получила губернаторскую премию. Легкая атлетика, карате, фехтование, софтбол, бадминтон, шахматы, теннис, плавание. За успехи в этих видах спорта награды получили 24 ученика района. По словам стипендиатов, свою жизнь без спорта они уже представить не могут. В этот день не забыли поздравить и тех, кто всегда помогает и наставляет школьников, их педагогов. За высокий профессионализм и творчество именную премию главы получили 30 учителей района. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, Леонид Бурдин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».